Памятник тем, кто в то время спасал город медикам. Скульптуру из бронзы выполнил Владимир Бродарский. Подробнее о его работе расскажет Анастасия Стурова. Идею установить памятник подала общественная организация «Жители блокадного Ленинграда». Открыть скульптуру решили символично, в день, когда город был окончательно освобожден. Доктор, медицинская сестра и раненый житель – тот, кого спасут эти герои. Такова композиция. На фоне – осколки стекла, обожженные шторы и окно, разлетевшееся от взрыва. Наш институт нейрохирургический имени Поленова стал военным госпиталем. И принимал только больных, раненых в голову и в позвоночник. И работали все они по закону военного времени. Место выбрали знаковое, рядом с музеем обороны и блокады Ленинграда. Анастасия Стурова, Александр Бердеев, Алексей Ефимов и Андрей Зарва. Мир 24.